Де Алина? О, я хочу ее находить. Привет! А я что-то принесла. Подожди, подожди, сейчас. На. На, поцелуй. Поцелуй, Арнур. Меня поцелуй. Пикник. Конкретно ты бензином пахнешь. Да? Да. Алина, показывай пикник. Арнур, показывай пикник. Мы когда мы покажем, я сразу уже догадываюсь. Сюда, Алина. А что это? Сюда. На яйцо похоже. Да, это на... мы приготовили. Рецепт. Что это вы приготовили? Давай рецепт. Много. Да. Что добавлял? Яйца и сахар. Это Амур добавил. Яйца и сахар? Да. Круто. Еще что? Вкусно, да? Я не ложил тесто. Не ложил? Тесто? Ну вот. Тесто забыли. Это можно кушать. Можно, да? Да. Нет, нет. Почему нет? Нет? Сейчас. Да не пить. А что надо делать? Всем привет. Всем привет. Меня зовут Алина. Меня зовут Алина. Громче. Это мой канал. Мой канал. Смотри, если данные некорректны, Алина ТВ. Про что будем рассказывать? Сказку. Сказку? Да. Давай. Исула, ёлочка, на Исула, Исула, на была. Где? Почему? В лесу? И сюда. И сюда была. Ёлочка. Она зимой, она там стройная, зелёная была. Вот катайчик. Айзан. Весело? Нет, я. Айзан. А. Вам катается, Гизи. И у меня сил не хватит. Пап! Ай! Ты как серфер. Что у вас там? Дом. Дом? Да. Или Ляля? Ляля. Вы ее покормили? Ага. Чем? Мачком. Вон теми яйцами? Ага. Это вкусно было? Ага. Ты куда? Я домой. Ты куда? Домой пойду. Ты куда? Домой. Ты куда? Пойдем со мной? Пойдем. Пошли. Где твои вещи? Спать будешь с Жанной? Со мной спать будешь? Угу. Пошли. Арнура возьмем с собой? Киса есть. Прилетел. Ару, ты на самолете прилетела? Да? На самолете с мамой? К папе прилетел. Папа. Ару, у тебя свой чемодан есть? С ротами? Выросла совсем, а? Ару! Смотри, Аруша, тебя фотографирует. А где Айжана? Вот она! Айжану зовешь. Айжана тоже А. Айжана тетя, да? Тетя Айжана. Как зовешь тетя Айжана? Мама. А ты кому приехала? Папа. Папа приехала. Всем привет.
кое-кто потерял кое-какое кольцо, которое покупал в Таиланде. Надеюсь, мы его найдем. А мы едем к Аслану и Карле на годик Асанали. Асанали — это их ребенок, если кто-то не знал. Что скажешь? Ну, ты все сказала, я как бы текст готовила, ты все слова убрала. Это будет в семейной кафешке. Где не пьют, и не курят, и не ругаются. В общем, нам там с тобой делать нечего. Мы туда, пожалуй, не пойдем. Мы пойдем в другое место. Ну, пожрать там и пойдем. А, ну да. Смотри, построить, да? Аслан вытаскивает коляску. А мы идем в Айс. Да? Что? Мы идем в Айс. Мы идем, а ты Айс. Нет, мы идем в Айс. Место называется. Вот семейный ресторан, блин. Вот. Мы сегодня были в ресторане счастливы вместе, а теперь в Айс. Когда произошел тот семейный, тот перелом, да, в моей жизни, когда я в нормальное заведение стал приходить в такие вот. Свою позицию. Жизнь идет по дорожке. Ух ты, как тут надеюсь, мило. Надеюсь, здесь наливают. Теперь лишь бы наливали, да? На, снимай. Я для тебя просто интересуюсь. Просто если здесь не наливают, ты знаешь, ты начнешь, становишься раздражительным. И хочешь кого-нибудь побить. Привет, поздравляю. Поздравляю. Нет. Такие милые кувшины. Футбольный клуб Грузия. Тукжан, как дела? Карла, у тебя теперь такие, да, развлечения? Ты уже привыкла? Кто пришел? Кто пришел? Привет. Привет, снимай, привет. Ну, сейчас у нас спал. Кто спал? Привет. Как дела? Спокойно. Хорошо. Иска ищет дыши. С таким важным видом. А потом говорит, что такое дыши? Я говорю, я думала, ты знаешь. Он говорит, я сделал вид, что я знаю. Мы такие деловые. А что это? Ему не жарко? А кто это? Что это? Да, тут тепло. Вадим, ты не здоровался сегодня с моими подписчиками? Они у тебя есть? Я думал, все отписались уже. Нет, их еще больше стало. Я посмотрел на одно видео, думал, все отписались. Ты видел, где я на тобой прыгаю? Нет. Посмотри. Это сейчас? Нет. В прошлом видео. Ты, короче, все пропустила. Что было? Ну, что была новость. Все обиделись на Эрика, потому что он молчал. Что сделали? Что сделали? Ее руку ищут. Я подумала, что он должен был сделать. Ну, типа, просто я ждала, что он нас предупредит. Заранее. Ну, типа, должны были участвовать в этом. Ну, потом я подумала, что сделал бы такие штуки у Оксана. Вот сейчас такая мода, везде, куда не приходим, берем эти стейки. И что, пробуйте, типа, вкусно, не вкусно? Да. И где вкусно было? В этом сухо было. Круто. И лайм-брюгер? Нет, я в лайм-брю не ела. Лайм-брюгер, ну, мы были там. Да? Ну, ладно, который были в пути. Сейчас я идем в лайм-брю. Как дела? Хорошо. Я имела вас предлагаю по горкам, типа классика. Ты давай иди порезвись, да? Хочешь быть известным? Как стейки? Хочешь быть известным на ютубе? Дружище, я жарю. Иска, как всегда, недоволен. Как стейк? Вкусно, мне за обе щеки улетают. Мы стали ценителями стейка. Сколько вкусняшек.
Карла, когда будешь сидеть голодно, посмотри это видео. Ага. Чтобы не было плохо. Он думает, ты его спросил, типа, ты белый, белый. Я говорю, ты за белый. А что он сказал? Белый, белый. Смотрите, они там, дети будут сейчас пиццу готовить. А там картины рисуют. А мы вот. Ты в каком вагоне едешь? Мы типа в поезде едем. Да. Смотрите, уиски, стакан как в этом. За ноги бы выразили. В поезде. Чайку. Давочки. Симметрия. А я думаю, что это надо говорить? Мясо на гриле. Барбекю? Да. Ленинград вместе. Это в музеях стоит что? Экспонат. Да. Ты уходишь, да? Вадим только сейчас посмотрел тот момент, когда я вставила этот. Я не снимал. Все уходят. Всем пока. Пока-пока.